пацаны, подключайтесь. Я думал, блять, вас будет больше, а вас что-то мало. Да я вот только приехал домой, делал МРТ. Было очень страшно, если честно. Я вообще, у меня оказывается клаустрофобия, ребят. Вот. Клаустрофобия, оказывается, сука, очень неприятное ощущение. 15, сколько, 17 минут, короче, я в этой штуковине лежал. Не спины, головы. Было очень нехорошее, короче, подозрение. Я вам ничего не рассказывал. Вот, и сходите сделать эту штуку. Ну, вот. Ну, как бы, блядь, самый худший вариант не оправдался, слава богу. Так что, в общем, жить я буду пока. Вот. А есть, конечно, и хуёвые новости. Пошёл нахуй, Васип. Да, Васип, ты заебал, слышь, блядь, сейчас тут эту гомосятину ебучую ещё зафоткаю. Пошёл нахер. Блядь, придурок. Худшая новость, вот, блядь. Познакомьтесь, блядь. Это самая худшая новость, которую вы могли бы видеть, блядь. Да. Ну ладно, короче, у него свой перископ, хули он тут лезет. Не буду пока рассказывать вам, что мне сказали, короче, меня направили, блядь, еще на исследование параллельно. Вот. Поэтому пока, блядь, толком все не ясно, но, короче, посмотрим, в общем. Да, что, сегодня я потренировал спину. Васип пришел в конец тренировки. Открой дверь. Васип пришел в конец тренировки, короче. Вот. Ну, как-то так. Что-то там пофоткал. Я вам это выложил. Да. Ну, главное, короче, пацаны, что самый хуёвый диагноз не оправдался. Всё остальное, я надеюсь, лечится. Но, как мне, блядь, сказал врач, лечится это всё таблетосами. Ну, и таблетосами такими, которые мне нежелательно было бы сейчас принимать. Блядь, Васип даже не может... Я отсюда, хули там, блядь, это? Ну, потому что надо нажать кнопку и подержать её. Ну вот, короче, такие дела. Я подержал. Васип, пиздец. Да. Выйду к вам сегодня. Да нет, не полопались сосуды. С сосудами, да, пока непонятно, что у меня там. Вот. В общем, короче, вечерком выйду к вам в перископ, попиздим. А пока скриньте нас с Васипом. Мы, как всегда, гомосятина, ребята.